сегодня решил после работы поехать не домой, а поехать в тот лес, по которому я шел с велосипедом 2 дня назад. 2 дня назад, когда я шел уставший, злой, с порванной цепью, мне этот лес не показался настолько красивым, каким он кажется сейчас. Сейчас вот пришел сюда утром, и здесь просто шикарно. Где-то там вдали лай собак, над головой чирикают птички. И кругом просто лес, 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 лес. Причем такой лес интересный. То есть здесь между деревьями огромные пространства, целые вот аллеи и тропинки. Но когда ты смотришь просто вот так поперек, то кажется, что он вообще какой-то прям густой и непроходимый, как в сказке, я не знаю, про Машеньку. А еще я хочу сказать, что у меня очень крутая работа и очень, очень прямо сейчас все так складывается для того, чтобы можно было заниматься развитием канала. Вся моя работа состоит теперь в том, чтобы вот по ночам наблюдать вот за такими пустующими коридорами, по камерам, и смотреть там, если вдруг где-то кто-то прошел без маски, но там, как видите, никого нету, то есть просто пустые коридоры и 50 таких камер просто с пустыми коридорами. Поэтому я могу себе позволить спокойно принести с дома ноутбук и всю ночь просто заниматься обработкой видео, которое я наснимал за 3 суток, через которые я работаю. То есть я работаю 3 ночи, потом 3 суток отдыхаю. В те сутки, которые я отдыхаю, я могу, допустим, днем снимать покатушки на велосипеде, ночью могу снимать какие-нибудь там приключения с алкашами, там какие-нибудь, ну, какой-то трэш, не знаю. Вот, и потом у меня будет 3 свободных ночи, которые я могу обрабатывать снова же отснятый материал. Вот, поэтому я думаю, если сейчас все это четко в график вложить, если найти еще какую-нибудь ночную подработку где-нибудь на какой-нибудь машине, там, курьером, то было бы вообще замечательно. То есть я днем бы снимал покатушки велосипедные, ночью снимал то, что творится ночью на дорогах, допустим, работая курьером, и потом 3 ночи спокойно обрабатываю видео и выкладываю для вас на YouTube. Вот. Так что, в принципе, ситуация начинает стабилизироваться. Сейчас, если меня с жилья не выгонят из-за небольшого недопонимания с хозяйкой квартиры, то, как бы, я думаю, в этом месяце я уже все свои долги загашу и по кредитам, и за квартплату, и за все, и за все. Вот. Ну и, в общем-то, все будет хорошо и нормально. Велосипед с зарплаты тоже планирую починить, и можно будет начинать кататься. Ну, собственно, вот и вся обстановочка на сегодняшний день, на 27 июня 2020 года. Я уже нахожусь в Москве больше года. Год и 10 дней. Пока что она меня еще не переживала и не выплюнула. Пока что держусь. И задача моя, как я уже говорил не раз, дождаться 27 декабря, когда у меня будет 3 года стажа по правам, и можно будет устроиться в такси. В такси, в котором, конечно же, всегда присутствует куча всякого интересного контента, трэша и всего подобного. Ну, а с вами был Роман Романов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Всем пока-пока!